Скажите, как предпочитаете отдыхать летом? Ваш любимый вид отдыха летом? Ну, здесь по месту, у нас же такой благоприятный район, в принципе, можно и здесь отдохнуть, не обязательно куда-то. Ты уже по кошельку своему смотришь, куда тебе ехать, либо на Днестр сюда. У нас здесь, вон, есть Днестровск, Лиман, все туда ездят, в принципе. Так что, ну, туда ты, в принципе, ездишь. Далеко не уедешь, да? С маленьким. Пока-пока по месту. В принципе, да, и не хочется особо никуда ехать, когда пока здесь хорошо. А вот, может, есть какая-то мечта? Мечта, как там, Сан-Тропе, да, и так далее. Сан-Тропе. Пока нет, пока здесь. Мы патриоты. Не, но все-таки мечтаете? Ну, конечно, все мечтают о ком-нибудь. Ну, отдохнуть, все хотят денечек купить где-нибудь. Домик где-то, да, на островах. В Польше красный Порше и там гонять, объезжать. Или в Техасе. Про отдых. Где отдохнуть мечтаете? А, отдохнуть? Ну, если отдыхать, то отдыхать нормально, со сроками длинными. Наверное, все-таки, куда бы ты хотел поехать? Ну ты не поедешь, если денег не дам. Мальдивы. На Мальдивы тогда мы поедем. Как вы отдыхаете летом? Ваш любимый вид отдыха? Вот крестники приехали в гости. Отдыхаем, приехали в Бандеры посмотреть. Сегодня праздник, говорят, в Бандерах. Посмотрим, что за праздник. Ну а вообще вы отдыхаете здесь на речке, выезжаете? Нет, на месте. На речке. А еще пока никак еще. У нас лето уже заканчивается. Вы запланировали? Пока нет. Я всегда на работе с одним выходным работаю. Как бы едем и на море, и на пляж, и с детьми в пиццерию выходим. Нет, еще не были. Еще не отдыхали. Да. На море, наверное, поедем. Еще не решили. А у вас, может, есть любимый вид отдыха летом? У нас есть вид. Любим на море ездить, но в данный момент пока что нет. Мы еще не ездили. А море какое? Ну, в прошлом году мы были на Средиземном, но в этом году пока еще нет. Не были. Ну, посмотрим. Ну, скорее всего, в этом году только ребенок поедет. А мы, наверное, дома будем сидеть. Как вы отдыхаете летом? Летом работаем. Очень люблю собирать на даче фрукты и овощи, когда уже выросли, когда уже все готовое. Не очень люблю прошивать, готовить все. А когда уже все готово, собрал урожай, принес домой и счастлив. То есть у вас отдых происходит в таком? Да. Вы не выезжаете? Пока нет. Пока дома, на месте. Ты любишь летом отдыхать? Да. А как ты любишь отдыхать? Мультики смотреть. А ты как любишь? На море ехать. Я тоже. А ты уже была на море? Да. А я на Лимане. Ракушку приехала с моря, а мама уже день рождения подарила ракушку. А ты что делала на Лимане? Ну, плавала, в шарике купалась. Я ловила там веревку. А я там плавала на матрасе. Пораз, по-моему. Куда? Ну, в Тирасполь, бывает там, так на природу, в лес, Меринесты. Ну, куда еще можно ездить? Ну, если так, на море, в Одессу там. Пока так. К родственникам можно в Россию съездить. Ну, это реже. Как получается. Спасибо. Море. Училась уже, были? Да. А где уже были? И в Ильичевске. Очень хорошо, вода теплая, правда, были медузы, а так все хорошо. У вас, может, есть. То же самое, были отдыхали вместе. На природе. И в огороде. Ну, практически не отдыхаю. Летом редко хожу в отпуск летом. Больше зимой. Больше осенью. Сентябрь предпочитаю, октябрь. Поэтому летом так пройдусь на набережную, часто хожу. Вот, на набережную, да. Работа, девочки. У большинства наших людей только работа. А отпуск? А отпуск мы берем зимой. Ну, у каждого своя. Правильно? То есть вы летом в отпуск? Нет, мы не уходим, потому что я работаю в торговле, а у нас, как бы, в принципе, своеобразный ажиотаж в данный момент. Как и на все праздники. Все праздники только на работе. Скажите, как вы летом отдыхаете? Ваш любимый вид отдыха? Мой? Ну, мой рыбалка. Это. А так, отдых. Какой отдых может быть у пенсионеров? Вы часто вот. Бываете на рыбалке? Постоянно. Так. Сколько наловили последний раз? Есть чуть-чуть так. Покушать есть. А у вас любимый вид отдыха? Особенно летом? Нету отдыха.
Работа, 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 еще раз работа. Вообще люблю путешествовать, но пока нет такой возможности. А где уже удалось вам побывать? Вообще за всю жизнь много где. Вы говорите, что вы любите путешествовать. Да, ну так в молодости была такая возможность. В Болгарии были, на Кавказе были. А теперь в Москве, Подмосковье, больше нигде. А летом? Ну, летом тоже не знаю. В Одессу хочется поехать. Надо решить этот вопрос. А так больше особо никуда. Вы еще не выезжали никуда? Пока нет. Жду внука. С ним. Хочется ему море показать, потому что ему вот 9 лет скоро, он ни разу еще на море не был. Он живет там в России и не получалось как-то. Пока нет. Мы только вышли в отпуск, поэтому еще не отдыхали. Что-то запланировали. Как будете отдыхать? Да, поездка. В наш любимый Турцию. Ну, в сентябре на бархатный сезон. А если в городе, как это проводите? Ну, в городе мы, ну, здесь в центр часто гуляем, а так на бассейн ходим. Так отдыхаем.